Привет, вы на канале ТКТВ. И сегодня у меня видео, которое называется «Мама, купи мне пони или купи что-то еще». И давайте-ка перед просмотром этого шикарного мультика, такого как сериальчика, ну точнее фильма, про My Little Pony поставим лайк и подпишемся на мой канал. И нажмем на колокольчик, чтобы вам приходили оповещения о моих новых видео. Ведь их будет много. Я буду больше снимать. Простите, что у меня их так долго не было. Просто учеба, школа, все понятно. И я постараюсь побольше делать видео, чтобы вы смотрели их. Чтобы вам было интересно вечерками наслаждаться моими видео. Итак, начнем. Так, доченьки, мы пришли в торговый центр. А, мамочка, прости, а зачем у нас и так много еды и много воды? Ну что ты такая вечно пугливая? Ну, просто я не очень хочу в торговый центр. Да я просто хотела с сестрой встретиться и погулять по торговому центру. Потом зайдем в Макдональдс, купим вам по этих... Забыла, как называется. А эти, Биг Маги, вот, вспомнила. Ну, хорошо... И можно мне мороженое? Ну, конечно, можно, доченька. Ну, что ты такое говоришь? Ой, сестра, прости. Ой, опоздали. Ага, привет всем. А, это твоя дочка? Ай, да, моя выросла уже дочка. Да, она у тебя выросла. Мам, что ты меня сюда привела? Я бы в Инстаграм полазила. Чем тут вообще делать, а? Доченька, я тебе сколько раз говорю. Хватит уже в твоем Инстаграме лазить. Ой, падаю. Лучше бы учила уроки нормально, чем в Инстаграме лазила. Мама, у меня пятерки и четверки. Угу. Одна пятерка за четверть по рисованию и все четверки. И две тройки. Ну, я не виновата. Да, конечно, надо телефон меньше сидеть. Прости, сестра. Да ничего, ничего. Пойдемте в торговый центр. О, да, уже забылась. Давайте тык-дык-тык-дык-тык-дык. Тык-дык-тык-дык-тык-дык-тык-дык. Идем, идем. Так, какие миленькие котяточки. А не желаете купить котенка? Нет, спасибо. Фу, котята, даже для Инстаграма некрасивые. Все какие-то непонятные. Так, подождите, теперь у нас кошки. Падаем, не падаем. Здравствуйте, это вы Пинки Пай? Да. Это вы продаете здесь товары? Самые лучшие королевские товары. Вот, пожалуйста. Шикарно. Вау, какие тут брошечки. Дочь, иди там, пони. Поняхи, вау. Мама, о, мама. Мама, о, пони, 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 пони. Мама, ты где? Мама, мама. Ой, какие маленькие. Какие хорошенькие. Простите, а сколько они стоят? Да, дешево, в принципе. Ой, я вам... Ой, блин, мне же не разрешают заводить животных. Ну, да, понимаю вас. Вот у меня кошка, например, котят родила. Ой, как вам повезло, у вас кошечка есть, а у меня даже кошки нет. Ну, как говорится... Кому как повезло. Но у вас какая-то проблема? Ну, просто моя мама не очень любит кошек. Поэтому я... Ну, как бы у меня нет кошки. Она любит больше собак. Собак? Да. У нее в детстве была собака. А сейчас у нас животных нет, так как у нас... это... В замке есть место? Немного. Мы хотим завести собаку. Хотя я против. Понимаю вас, принцесса, понимаю. Не называйте меня принцесса, называйте меня просто Лили. Хорошо, Лили. А почему у вас там отдельно? Ну, он такой, как бы вам сказать, самый шумный из всех. И чтобы не убежал, мы его тут держим. А у вас тут все девочки, а он мальчик? Нет, это тигрик, он мальчик. Вот этот, его зовут Пират, он тоже мальчик. Это Веснушка. Это красивая кошечка.
Мы ее назвали Роза, потому что у нее прекрасный вот такой венок в виде розы. А, ясно. А вот это вот маленькая выглядит искорка. Какое смешное имя. А, ну ладно, спасибо. Давайте. До свидания. До свидания. Доченька, я там уже заволновалась. Где ты ходишь, а? Я, кстати, куплю дорогущую брошку. За нее ты купишь все, что угодно. Вау! Здорово, спасибо, мам. Иди себе купи пони. Ой, да-да-да-да-да. Мы уже все выбрали пони. Где ты там ходишь? Ну, я просто так смотрела. Расчесочка, вот. А, ясно. Вот для примера я себе возьму пони вот эту, потому что она очень на меня похожа. А я не хочу выбирать. Я возьму пони, как я. Как ты? Да, вот это. Она как я. Ой, а я не знаю, какую взять. Давай уже решаем, мы уже скоро уходим. Я, честно, не фанат пони. В смысле не фанат? Я не очень их люблю. Но все же люблю играть. Я возьму, наверное, вот эту вот пони. Ясно. Ладно, давайте. Идемте. Мамы. Мама. А? Что? О, доченька. Ты себе выбрала пони? Так, пробейте нам еще эту пони. Так, вот у меня. Вот тут вот такой как столик. Бздик. У меня там телефон лежит. Бздик. Вы по телефону пробиваете? Да, так. Функция такая. Так, а теперь, дочь, давай уже неси. А, да. Так. А можно мне еще расческу вот эту? Бзык. А, мам, мне это бзык. А, кстати, сколько с меня рублей? Ой, извините, с вас 1000 рублей. Тьфу, 1000 рублей. Не 1000, а с вас 1000. Это за пони 2. Плюс вам еще 500 рублей за расческу. А самое дорогое это 10 тысяч за вот это ожерелье. Ничего себе, такое дорогое. Ну, ничего страшного, я принцесса, мне хватит денег. Держите. Ой, спасибо. А, так, а теперь вы. Вы еще что-нибудь будете покупать? Да. Я еще дочке куплю. Вот этот ободок. Дочь, купи себе еще пони. Yes. Чем я могу взять? Давайте еще я тут полджек. Так, а с вас ровно 1500, короче. А, все хорошо, держите. Ой. Быстрые, хорошие покупочки вещей. Ага. Да. Дочь, одевай ожерелье. А с нами погуляешь? Ну, давайте я пойду отдельно. Ну, хорошо, так не заблудись. Одень ожерелье. Я очень хочу посмотреть, как оно будет смотреть. Ну, ладно. Доченька, как оно тебе идет? Ну, прям королева. Спасибо, мама. Мне тоже нравится красивое ожерелье. Да. Ой, доченька. Ладно. Ух ты, там какие еще есть покупочки интересные. Да, идемте. Идем, сейчас только вещи возьмем. Давай, на все в одну кучу, потом разберемся. Да, все равно все общее. Ты вообще такая крутая. Да, я знаю, я Инстаграм обожаю. Я тоже, мне там фоток. Я сделаю фотку с моим питомцем. Слава богу, они ушли. Здравствуйте. Еще раз. Я тут пришла посмотреть еще раз на ваших котят. Ну, у меня даже нет денег, чтобы купить этих котят бедных. А что их не раскупает? Никто их не раскупает. Они уже бедненькие все устали. Их я их давно не кормила. Потому что я даже отойти отсюда не могу. Ой, ну как же мне вас купить? Ай! Глупое ожерелье. Что ты, мам, сказала? На это ожерелье ты себе сможешь купить все, что захочешь. Да, она же так и говорила. Так, можно я вам отдам это ожерелье? Ничего себе, она мне ожерелье отдает.
дадите котят, принцесса? Но это ожерелье очень дорогое. Давайте я лучше бесплатно дам. Я бесплатно не люблю. Вот это вам ожерелье. За всех котят. И еще эту картинку. Вот, держите. И еще он за ту лежанку. Ну, на всех не хватит. Ну, ладно. Хорошо, давайте я вам их положу вот в эту корзиночку, чтобы им холодно не было. Ой. Тут замерзнут. Ой, как я теперь рада. Я так хотела давно котят. Конечно, не такое количество. Ну все. Главное, это теперь протащить через маму. Знаете, принцесса, я тут так подумала. Лучше забирать это ожерелье. Мне как-то не... Вот, эта шапка, она с жемчугом. Возьмите ее себе. Да, я вам тогда ожерелье отдам. Ну, ожерелье мне тоже не надо было отдавать. Ну, ладно. Что же вы маме скажете? Потеряла. Что ж сказать? Только храните ее при себе. Когда пройдет мама, не показывайте ее. Хорошо, хорошо, ваше высочество. Ой. Давайте, я сейчас все положу и пойду. Так, все, все, надо идти. Надо идти. Доча, доча. Да, мама, да, да. Да, мамочка. О, доча, где же ты там ходишь? Я уже устала. О, все, слава богу, хорошо. Что там за... Ой, простудилась, кажется. Да нет, все хорошо. Не, а что там, правда? Да там это какие-то... Что же придумать? О! Там какие-то грузчики несут, и ящики какие-то непонятные. О, ну хорошо. Ясно. Идем. Идем. Мяу-мяу. Мяу-мяу. Коты? Доча, что тут делают коты? Мам, я их купила. Всех, что там были? Угу. Да, мамочка, здорово же. Доча, я же тебе не просто так его запрещала. А почему? У меня аллергия на кошек, поэтому давай их обратно. Ну, мама, ну я же люблю кошек, я их уже выкупила. А где твоя шапочка? Ну, за шапочку. За мою бриллиантовую. Не бриллиантовую, но я забыла. Жемчужную шапочку. Доча. Так, у меня еще на них аллергия. Ну все, доча. Больше ты никаких пони не будешь получать. Мам, ну они же маленькие. Маленькие, хорошие. Пси, у меня на них аллергия. Сестра, ты чего? Кошки? Где же на них? Да, аллергия у тебя на них. Что? Что? Сестра! Ну что вы? Ты в курсе, что Ой, у меня аллергия на кошек. Ну, я не знала. Не оставлять же их тут. Отдай их просто обратно. Им там хорошо живется. Нет, им плохо там живется. Очень-очень плохо. Так, доча, да, это... Ой, не обсуждается. Так, мама, я впервые в жизни хочу сама что-то делать. Если ты выгонишь их из дома, то и меня. Все. Мы тогда будем с ними вместе жить. И каким ты это образом себя представляешь? В корзинке? Да. Ну-ка. Мяу-мяу. Ой, чихнула. Все, мы будем тут жить, и будет нам хорошо. Доча, ну как? Зачем ты этих котов купила себе? Лучше бы была бы довольна шапочкой. Ну, шапочка мне не приносит столько хорошего, чем спасение этих милых кошечек. Причем что тут такого? И все, я остаюсь с ними. Это не обсуждается. Ну, точно. А как вы
думаете, что мне надо сделать? Если вы думаете, что надо остаться с моими котятами, то тогда поставьте лайк. И если вам они нравятся, тоже поставьте лайк. И, пожалуйста, нажмите на колокольчик и подпишитесь. Ну, мам, я их хочу оставить. Ладно. Хорошо. Мама, почему ты не чихаешь? Ну, у меня нет аллергии на кошек. Что? Я просто не хотела, чтобы ты их заводила, потому что я не очень люблю, когда в квартире кто-то бегает. А у тебя, у меня вообще моя настоящая аллергия. Да, вот у нее настоящая. Ясно. То есть ты не хотела, чтобы я заводила вот этих маленьких, бедненьких кошечек. Все мои бедненьких. Это я бедненькая. А вот и нет. Они у меня хорошие. Они у меня приручные. Это же самое настоящее у нас будет кошачий питомник. Да, с таким количеством, да. Зато сейчас пойдем домой и будем с ними играть. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео. Всем пока. Пока-пока.